Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Сегодняшняя наша тема касается вот этого человека, бывший глава СНБ, Службы национальной безопасности Армении, Артур Ванитян. И он являлся и подозревался в подготовке на покушение Никола Пашиняна. И после того, как 14 ноября 2020 года был задержан по подозрению подготовки убийства премьер-министра Никола Пашиняна, и также его подозревали в соучастии в массовых беспорядках и подготовке к узурпации власти. И адвокат Лусиана Саакян назвала происходящее политическим преследованием. И на аналогичное основание задержанный бывший глава парламентской фракции Республики партии Армении Баграм Багдасарян. И этот человек, которого 14 ноября 2020 года задержали, уехал в Россию и сейчас пришел, чтобы свергнуть Пашиняна, чтобы Пашинян не смог подписать мирный договор. Сейчас сидит на площади Свобода в Ереване и протестует против власти Пашиняна. Как видите, угрожает ему и говорит, что не будет подписан мирный договор. И это можно видеть в его заявлениях. Сегодня он заявил об этом. 27 минут назад заявил, что смена власти будет осуществлена. То есть Пашиняна отправит в отставку с его командой. И оппозиция Армении будет бороться. В общем, пришел, чтобы, как я сказал выше, убрать Пашиняна и чтобы мирный договор между Азербайджаном и Арменией не был подписан. Но, как видно, что этого Венециана не боятся, и его призывы и так далее ничего не гарантирует. Сам один сидит на площади Свободы в Ереване, сам протестует, дает интервью. В общем, сейчас в моде этот человек, как видите на экране. Пашинян его привел к власти, потом его обвинили, как я сказал выше, в том, что он покушался на жизнь Пашиняна, а также он являлся президентом Федерации футбола. Если посмотреть на Википедию, то здесь о нем есть информация.
Родился 8 декабря 1979 году в Ереване. С 22 сентября 2018 года до 21 ноября 2019 года был президентом Федерации футбола, а также директором службы национальной безопасности Армении. Его партия Айриник, место работы. Сейчас он возглавляет две партии. Женат, имеет 3 сыновей и дочь. Как вы видите здесь, 14 ноября его задержали. Является лидером блока «Честь имею» и Таглая. И так далее. В общем, есть здесь информация о нем. Сейчас, как я сказал выше, он в моде. Не хромой Сейран Оганян, не другие, именно этот человек, так как его к власти привел сам Пашинян, и сейчас он выступает против него. Спасибо всем за внимание и удачи всем!